Друзья, ну а если кто хочет меня увидеть в ролике на канале «В одной каше», меня в ролике, можете перейти по ссылке. Мы с Евгением сегодня видео снимали, и там вы меня увидите. Мы с ним шли, разговаривали, снимали видео, стрит фотографии, уличная фотография. Так что вообще уличная фотография — это хорошо. Друзья, всем привет! Сегодня встретились с Евгением. Будем сегодня стрит-фотографию делать. Смотрите, какой у него фотоаппарат. Объектив какой. Вам такое не снилось. Это сколько там? 70-200. 70-200. Это самый топовый объектив. Диафрагма 2,8. То, что вообще супер. Сегодня будем стрит-фотографию. Может быть, я попрошу у него, мне скинь фотографию, где он панка снимал. Да? Панка вообще красивый. У него цепи здесь красивые. У него стиль такой красивый. И еще Женя сфоткает, аватарку поменяет. Еще сегодня аватарку, наверное, в Ютубе поменяю и в этом, как у ВКонтакте. Так что все, мы отправляемся. I swear she's fucking with my head. Take me far away, far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on.
друзья, я сегодня ходил рыбам, рыбу покупал кошкам, встретились с Евгением Печкиным и снимали стрит-фотографию. И сегодня я вам покажу пару фотографий, которых я сделал. А Евгений снимал на экшн-камеру, GoPro себе одел на грудной. Вот у него такой пояс грудной есть. Он сюда вот так вот одел, GoPro. И вы посмотрите его ролики, как мы там с ним ходили, разговаривали, снимали с ним стрит-фотографию. Так что я хочу сказать, Евгений Печкин, кто мне там говорил про него гадости? Он нормальный человек, нормальный друг. Главное, вам надо взяться за ум. Друзья, вот я отсмотрел фотографии, которые я сегодня делал на Canon 50. Что я хочу сказать? Фотки получились реально хорошие. Мне понравились они. Прям реально вот ты смотришь фотки, и ты реально понимаешь, что фотоаппарат еще очень даже как бы, ну, годится для фотографии, реально годится.